Вот так заезд во двор дома 53 на улице Окунева выглядел пару месяцев назад. Сейчас заметно преобразился. Вместе с ним отремонтированы с десяток тротуаров и проездов вагонки. Сейчас УБТ-сервис завершает благоустройство остановки Площадь Славы. В текущем году наша организация на территории Дзержинского района восстановлена и построена новых тротуаров порядка 5 километров. Это улица Алтайская, это улица Тимирязева. Отрабатывали обращения граждан, городской контроль по ремонту заездов во дворах, заездов к социальным объектам, к школам, к садикам. Отремонтировано в этом сезоне порядка 4000 квадратных метров. Какие тротуары и квартальные проезды ремонтировать выбирали главы районов, учитывая мнение горожан и социальную значимость объектов. Сделано порядка 5-6 заездов во дворы, которые вообще сложно было назвать заездом, то есть это были просто яма на яме. То есть и силами УБТ-сервиса как раз эти вот тоже работы проведены. Было проведено асфальтирование как подъездные пути, тротуары непосредственно к садикам, так и на самих территориях соцобъектов. Новые вместе с ремонтом пешеходных дорожек облагораживали прилегающие территории. Например, пустырь рядом с остановкой у 10-го дома на улице Космонавтов стал небольшим сквером. Эти объекты не входят в эксплуатационное содержание. Они требовали ремонта. Поэтому задача перед нами стояла. В течение лета мы как-то где-то отрывались от БКД, где-то от текущих работ, делали все работы, и, в принципе, закончили. Остался вот тротуар Попирова. Он выполнен почти 500 метров, то есть достаточно большой объем. То есть там ряд вопросов сейчас с ГАЗЭКСом по газовой трубе. То есть они тоже должны перенести, его будем заканчивать. Как завершаются ремонты сегодня, проконтролировал Владислав Пинаев. По его поручению была разработана отдельная программа восстановления и строительства тротуаров. Первые 20 в этом году. В ней просьбы тагильчан, пожелания депутатов, обращения на сайт «Городской контроль». Я посмотрел сегодня, как качество этих работ. Вот абсолютно верно замечено было, что где-то есть какие-то определенные замечания, будь то объезжали вагонку. То есть не то, что замечания, а, скажем так, пожелание параллельно благоустроить рядом территории такие же вот небольшие скверы. В принципе, это невеликие затраты. На сегодня между двумя социальными учреждениями, поликлиники детской и взрослой, находится пустырь, заброшенный пустырь. И вот его облагородить, я считаю, что это не те затраты, которые повлекут за собой какие-то особые последствия. Поэтому где-то, вот опять правильно было замечено, рядом с поликлиникой, с отделом, то есть тротуар, по тротуару, он не предназначен для движения машин. Но, к сожалению, есть недобросовестные автомобилисты, которые используют его для передвижения на автомобильном транспорте. В подобных местах, как в Невьянском переулке, сегодня решили перекрыть проезд малыми архитектурными формами. Напомним, все пожелания по благоустройству можно отправить через официальный сайт города в разделе «Городской контроль».